Финалисты театральной весны готовы трудиться как Золушка, чтобы получить гран-при творческого состязания. Ради этого выхода на сцену Центр эстетического воспитания они проделали непростой путь. Конкурс состоял из нескольких туров. Первый – заочный. Для участия в нем достаточно было представить на суд жюри видеозапись постановки. По его итогам судьи определили участников полуфинала. Ими стали 14 коллективов из 13 общеобразовательных учреждений. До финала дошли всего 8 из них. Самое главное – показать здесь все, что вы, чему вы учились, как вы репетировали, показать свой актерский ансамбль, быть выразительными, заразительными, чтобы нам было на вас интересно смотреть. Ну, конечно, мы все будем оценивать ваше актерское мастерство, поэтому вперед, смелее, победе! До финала театральной весны дошли лучшие из лучших. Они представили на суд жюри разноплановые работы. Кто-то сделал ставку на сказочную Золушку, а кто-то отдал предпочтение вечной классике. Выбрать победителя было непросто. Уровень мастерства конкурсантов оказался традиционно высоким. Первое место на конкурсе «Театральная весна» завоевала студия «Глобус» из школы Светловой, а обладателем гран-при стал коллектив Центра эстетического воспитания «Вдохновение» под руководством Ники Жуковой.